Бжив, бжив, коррупция, ядро, разворовали всю страну. Бжив, на улицу страшно выйти. Сына, я пришла с работы, ты опять весь день дома просидел. Сходил бы на улицу, погода хорошая, одноклассники там твои гуляют. Мам, некогда мне, я тут с коррупцией борюсь. Бжив, власть обкрадывает простых людей, безработица душит страну. Ты уроки сделал? Ма, ну потом, сейчас тут некогда, вообще нафиг школу, каждый день одно и то же. Учиться надо, вырастешь, сможешь семью свою кормить, обеспечивать, зарабатывать придется. Ага, вот свергнем действующую власть, тогда и заживем. Зарплату сами себе будем назначать, какую захотим, никто нам не указ, а то и вообще не будем работать. Заберем обратно наворованные у нас миллионы и раздадим их всем, а вот заживем. Бжив, а, ядро, смешно, Путин, мудак, под столом. А, так, что тут, кто-то не согласен? Ах ты, да мы при коммунизме жили. Мам, как мы при коммунизме жили, хорошо? Не знаю, я тогда только в школу начала ходить. Да что она знает, кроме своей работы? Гляну, что там известные блогеры говорят про коммунизм. Ага, жили хорошо, как в раю. Мам, мы жили хорошо, как в раю. Ага, и здесь напишу, как в раю. А сейчас коррупция, власть олигархов, старики брошены на произвол судьбы, беспредел. Сына, ты к бабушке ходил? А, не. Я же тебя попросила отнести ей продуктов, да в аптеку сходить за лекарствами. Ей самой тяжело. Некогда, мам, власть, которая не заботится о пенсионерах, долой. Чёрт, не согласен? Ах ты, гнида нашистская, подстилка кремлевская, жополиз. Шулики воры, смешно. Жив, Путина расстрелять, под столом. Мам, давай, есть хочу, подавай. Сына, сейчас. А ты хлеба, что ли, не купил? Я ж тебе смс-ку написала. Не, мам, некогда, могла бы и по дороге с работы купить. Пойду тогда схожу в магазин. Тебе чего взять? Ага, Сникерс или Баунти. Жулики, кровопийцы, предатели. Чё-то я устал. Пока мама в магазине, гляну-ка порнушки ВКонтакте. Ух, так на чем я там становился? Жулики и воры крадут у нас, лично у меня, мою нефть. Безработица душит, криминал разгуливает по стране. Свободы слова никакой, нельзя слова сказать про власть, чтоб не посадили. Ага, бжив. Бжив, коррупция, ядро, разворовали всю страну. Работы не найти, старики-пенсионеры никому не нужны. Сына, как у тебя дела? На работу устроился? Мам, да в этой стране нет смысла работать, пока у власти коррупционеры. Кстати, у тебя пенсия когда? Не забудь мне перечислить, а то в прошлом месяце ты забыла, а у меня иннет отключили на целых 2 дня. Хорошо, сынок, не забуду. Ты бы просто в гости зашел, проведал свою больную мать, да кран мне починил, а то уже несколько дней течет. Вот об этом я и говорю, ма, что власть не заботится о стариках и не будет. Краны старые, зарплаты маленькие, преступность процветает, народ тупеет. Ладно, мам, не это потом, не это, не забудь. Коррупция, жулики, олигархи, бжив. Чё-то я устал, не гляну, прикинца ВКонтакте.